Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края – это традиционные соревнования, которые охватывают все муниципалитеты Кубани, и они вызывают неизменный интерес. Сильнейшие команды из Новороссийска, Геленджика, Анапы, Абинского, Крымского, Темрюкского, Красноармейского и Славянского районов прибыли в наш город, чтобы в спорткомплексе «Лидер» и в его дворе в честной борьбе побороться за победу. В зональных соревнованиях всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских команд на Кубок губернатора Краснодарского края приняли участие 48 команд. Всего было 192 участника. Славянские баскетболистки серьезно готовились к этим соревнованиям, надеясь удачно выступить в родных стенах. Да, у нас очень дружная команда, мы будем очень стараться, чтобы победить и занять первое место. Соперники у всех славянцев были очень непростые, так что турнир не обещал быть легким. Все спортсмены приехали в наш город после побед в муниципальном этапе и готовились к борьбе за выход в финал. Да, настрой боевой, мы прошли уже два этапа, вот сейчас третий. Мы долго занимались, надеемся, здесь будет лучше, лучший результат у нас здесь. Наша команда называется «Звезды Абрау». Мы уже очень давно тренируемся, давно готовились к этим соревнованиям, надеемся получить высший результат. По итогам зонального этапа славянская команда девушек младшей возрастной группы заняла первое место и вышла в финал престижных краевых соревнований. Еще на счету у славянских баскетболистов старшей возрастной группы второе место у девушек и третье у юношей. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».